На Алтае школьников научат конструировать роботов и осваивать 3D-сканер. В селе Курия сегодня начал работу большой технический марафон «Техностарт». Он продлится 2 дня. В программе мероприятия – мастер-классы по робототехнике, деревообработке и опыты с жидким азотом. Также все желающие смогут попробовать запустить в небо модель самолета и обучиться основным навыкам вождения автомобиля. Добавим, марафон приурочен к столетию системы дополнительного образования в России и ко дню оружейника. Принять участие в мероприятии могут не только учащиеся, но и преподаватели школ.